Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, автора Афанасьева. Unit 6, часть 6, step 2, шаг 2, exercise 2, упражнение 2. Does it take you long or not long to get to these places? Скажите, долго или недолго вы добираетесь до этих мест? Example. The airport. It takes me long to get to the airport. Пример. Аэропорт. Я долго добираюсь до аэропорта. Или мне нужно много времени, чтобы добраться до аэропорта. Или it doesn't take me long to get to the airport. Мне нужно немного времени, чтобы добраться до аэропорта. Или я недолго добираюсь до аэропорта. И у нас даны вот места. The market, the supermarket, the railway station, the bus stop, the swimming pool, the cinema, the theater, the museum, the circus, the picture gallery. Перед тем, как мы делаем, будем делать это упражнение, давайте рассмотрим long. Слово, что же оно обозначает? Обратите внимание, как строятся отрицания и вопросы с известной тебе конструкцией it takes to get there. Запомни, что часто используемое в таких случаях слово long означает долго. It doesn't take long to get to the food shop. Это не занимает, да, много времени или это недолго, чтобы добраться в продуктовый магазин. И так далее. Если мы хотим сказать вопрос, смотрите, то мы does выносим наперед. Does it take Mark, например, long to get to the market? Марку долго добираться до рынка? Или можно вопрос задать еще, how long does it take them to get to the theater? Как долго, да, они добираются до кинотеатра? Итак, можем по примеру делать это упражнение. Конечно же, здесь ваш вариант. Вы пишете, сколько, докуда вам добираться. Можете спросить у родителей. Я написала свой. Можете воспользоваться моим. Итак, it doesn't take me long to get to the market. Мне не нужно много времени, чтобы добраться до рынка. It doesn't take me long to go to the supermarket. Мне не нужно много времени, чтобы пойти в супермаркет. Или я недолго добираюсь до супермаркета. 3. It takes me long to get to the railway station. Мне нужно много времени, чтобы добраться до железнодорожного вокзала. It doesn't take me long to get to the bus stop. Мне не нужно много времени, чтобы добраться до автобусной остановки. It takes me long to get to the swimming pool. Мне требуется много времени, чтобы добраться до бассейна. It takes me long to get to the cinema. Я долго, да, добираюсь до кино. It doesn't take me long to get to the theater. Мне не нужно много времени, чтобы добраться до театра. It takes me long to get to the museum. Мне требуется много времени, чтобы добраться до музея. It doesn't take me long to get to the circus. Мне не нужно много времени, чтобы добраться до цирка. It takes me long to get to the circus. Мне нужно много времени, чтобы добраться до, простите, цирка, у меня опечатка, to the picture gallery, да, добраться до картинной галереи. Вот так мы сделали с вами эту часть задания A. Есть еще B. Work in pairs. Ask how long it takes your friend to get to these places. Здесь у нас работа в парах. Спросите, как долго ваш друг добирается к этим же местам. Example. How long does it take you to get to the airport? Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться до аэропорта?
И ответ. It takes me about 2 hours to get there. Мне нужно около 2 часов, чтобы добраться туда. И теперь такой в форме диалога у нас получится. Ответ. Итак. How long does it take you to get to the market? Сколько времени вам нужно или тебе нужно, чтобы добраться на рынок? It takes me about half an hour to get there. Это займет у меня около получаса. How long does it take you to get to the supermarket? Сколько времени вам нужно, чтобы добраться до супермаркета? It takes me about 15 minutes to get there. Мне нужно около 15 минут, чтобы добраться туда. Смотрите, это же варианты ответа мои. Ваши будут, конечно же, свои. И когда вы будете друг друга спрашивать, вы будете говорить свое время, свой вариант или там место, которое вы выбрали. How long does it take you to get to the railway station? Сколько времени вам нужно, чтобы добраться до железнодорожного вокзала? It takes me about 1 hour to get there. Мне нужно около часа, чтобы добраться туда. How long does it take you to get to the bus stop? Сколько времени вам нужно, чтобы добраться до автобусной остановки? It takes me about 5 minutes to get there. Мне нужно около 5 минут, чтобы добраться туда. How long does it take you to get to the swimming pool? Сколько времени вам нужно, чтобы добраться до бассейна? It takes me about 2 hours to get there. У меня уходит около 2 часов, чтобы добраться туда. Вот так мы сделали с вами это задание. Оно довольно обширное, но не тяжелое. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.